Смотрите, стронг, ручка от 210-го, блок у нас 204-й. Здесь был заменен подшипник и были заменены щетки. Это видео, да, специально для клиента. Смотрите, дефект был, не держит нагрузку, ну и вот шумел подшипник. Теперь мы кустарным образом, да, мы проверим. Просто мы возьмем зубную щеточку обычную, так как пластик здесь жесткий, поставим обманку, не фрезу, и попробуем сейчас в наглую прям сильно подавить при максимальных оборотах. Как видим, нагрузочку держит. Чтобы такой пластик пропилить, это я извиняюсь, сколько сил надо. Он хорошо напрягается весьма, но ничего, нагрузку держит, все нормально. То есть это вот как раз таки жаловались на то, что когда делают педикюр, не держит нагрузку. Еще одна маленькая рекомендация всем. На любых аппаратах вот эту вот штучку лучше приоткрутить. Заднюю крышечку, чтобы поток воздуха был лучше, проходимость у него была. Лучше будет охлаждаться мотор, потому что вот это и есть мотор. Так что ставим лайк, подписываемся.